Доброго здоровья, дорогие друзья. Мои хорошие, мы очень рассчитывали на день стольника. И я расстроена просто безумно, потому что, понимаете, мои хорошие, мы даже не собрали на первый взнос, чтобы внести его за корм. Ребята, мы просто не выживем. Я прошу вас, прошу, обращаюсь ко всем. Ребята, они же жить хотят. Они хотят жить так же, как и мы. Но неужели нам жалко для них 100 рублей? Я прошу вас, мои хорошие. Я все время верю в то, что завтра будет лучше. Завтра что-нибудь случится хорошее. Завтра будет переломный момент. Ребята, я 18 лет в это помню и верю. И надеюсь. Ребята, я не знаю, как я продержалась эти годы. Не знаю. Наверное, все-таки с тем, что с надеждой. С надеждой и верой в хорошее, в доброе будущее. С надеждой на вас. С верой в то, что вы нас не бросите. С верой в то, что мы все-таки люди, мы должны. Ребят, мы правда должны. Хоть немножко позаботиться о тех, кто с нами рядом. Ведь не каждый из нас может взять это животное домой. Но каждый из нас может дать 100 рублей. Ребята, ну мы же не просим тысячи. Ребята, всего лишь 100 рублей, ну неужели так трудно или жалко? Ну скажите мне, пожалуйста, ну я ведь каждый раз обращаюсь к вам и очень надеюсь на вас. Мои слова не тем, кто уже прислал. Мои слова к тем, кто заходит, смотрит и уходит. Ну зачем-то же вы заходите на эту страничку? Чем-то же вас наше видео притянуло? Ну спросите себя, ребят. В вашем сердце есть хоть немножко доброты, но переведите 100 рублей. Это ведь приют, ребят, приют, а на улице морозы. Ну, прошу вас, если кто-то нам не верит, приезжайте в гости. Ну, приезжайте, походите среди них, и вы увидите. Многие говорят, вы знаете, вот мы смотрим ролик, а когда к вам приехали, просто офигели, потому что не думали, что вас так много. Ну, как же не думали, ребят? Ведь на ролике, в роликах видно, сколько нас. Ребята, 2000 животных. 2000 животных, которых выживают чудом. И каждый раз, ребята, каждый раз вот эта надежда и просьба к вам. Помогите прокормить их. Помогите им выжить. Пожалуйста, помогите. Вот эти вольеры. И вот эта миска корма, это все, что у них есть. Люди, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, будьте милосердны. Отзовитесь. Я прошу вас, пожалуйста, отзовитесь. Ну, давайте их накормим. Ребята, мы ведь с вами не голодаем. Они ведь просят у вас так мало. Всего лишь 100 рублей в месяц. Пожалуйста. Прошу вас, в приюте 2000. И среди них много инвалидов, много слепых, много трехлапых. Это ведь мы, люди, их искалечили. Мы, люди, их предали, бросили, выгнали, вышвырнули. Но ведь человечество – это же не только живодеры. Человечество – это еще и мы с вами. Те, в ком есть крупица добра. И кто не хочет быть сволочью, а хочет хоть немного помочь, ребят. Ведь в противовес этому злу есть еще мы. Те, кто пытается их спасать. Я обращаюсь к вам, люди. Пожалуйста, давайте будем все вместе. Просто прошу вас. Давайте будем вместе. Старые инвалиды. И малыши. Ребята, они ведь не просились родиться. Это ведь мы когда-то приручили их предков. И они нас охраняли все эти миллионы лет. А мы сейчас отплачиваем им вот такой жестокостью и равнодушием. Малыши, дети. Они ведь все без до одного, все рождаются очень ласковыми, добрыми, нежными, с огромной верой в нас, в людей. И с радостью бегут к нам.
и получают удар. Или колеса. Мы проходим мимо и отворачиваемся, когда они скулят и просят накормить. Разве так можно? Но мы же люди. Мы понастроили гаражи. И под этими гаражами их мамы рожают их. И они начинают выползать. И топают к человеку. Кто-то кинет кусок хлеба. А кто-то ударит, переламывая насмерть или калеча. Приют — это небольшой островок защиты. Но приюту одному не справиться. Только вместе с вами. Я прошу вас, люди. Я прошу вас. Римлу очень любили, как мне рассказывали. Это был очень веселый, ласковый подросток, который постоянно играл, никогда не лаял. Был просто добрым, ласковым, и ее все дети играли с ней. А потом Римла пропала. Пока однажды не выяснилось, когда она выползла из оврага, вся изрубленная. А потом один из пьяных мужиков хвастался, что он порубил эту суку и бросил ее умирать. Так к нам попала Римла. Когда я первый раз увидела ее, всю залитую гноем, опухшую, раздутую, это было страшно. Мне предлагали не мучить зверя и усыпить. Римла перед вами. Веселая, красивая, такая же задорная, какой она была. Только теперь у Римлы нет глаза. Но я уверена, Бог все видит. И за Римлу накажет. И не только за нее, за всех. Наши трехлапики старенькие. Почти все они были переломаны, искалечены. И найдены кто в кустах на обочине. Кого-то забрали с живодерни. Кого-то под гаражами. Кто-то приползал сам и ложился возле подъезда. Ребят, перед вами инвалиды. И только мы с вами можем подарить им шанс на жизнь. Я приглашаю вас в добро. Майк. Майка сбила машина. Но он заполз в чужой огород и спрятался в теплице. Там его и нашла хозяйка. И именно она позвонила нам и попросила, что ей делать. Разумеется, мы поехали и забрали. Очень надеялись, что у мальчика просто сломаны лапы и таз. Но, как оказалось, у него сломан позвоночник. Но Майку повезло. Его прооперировали. И врач дает нам надежду, что он будет ходить. Серый попал под машину. Нашелся добрый человек, охранник, который ухаживал за ним и который начал искать помощь. У Серого оказалась раздроблена лапа, и поэтому ее пришлось ампутировать. Серый очень добрый пес. Добрый, ласковый, тихий, спокойный. Thank you.
все наши инвалиды перед вами. И если кто-то захочет подарить им семью и дом, мы будем искренне благодарны.